цель фракции КПРФ, конечно, это был срыв заседания Госсобрания. Но дело в том, что нужно понимать, помимо пяти членов фракции, еще здесь работает большое количество других фракций, и в том числе и других фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Зия», «ЛДПР», и не учитывать мнение этих депутатов, а учитывать только свои личные мнения, я думаю, что тут неправильный путь, путь в никуда. Мы здесь все находимся для того, чтобы конструктивно работать. Мы принимаем критику, если она конструктивна. Мы против того, чтобы таким образом срывали заседание областной думы, причем это мне очередное заседание областной думы, и на ровном месте пытаться поднять свой имидж за счет того, что пронеся свои какие-то средства, громкоговорители, все что угодно. Я так понимаю, что следующий, наверное, шаг уже, боюсь предположить, что может быть максимальное лишение слова на данном заседании областной думы. Возможно, еще максимальное на последующее заседание. Именно того бузитера, который мог это сделать. От регионального парламента избиратели ждут прежде всего решения их вопросов, а не политических игрищ, бесконечных скандалов и провокаций. То, что сегодня продемонстрировали коммунисты, к сожалению, в очередной раз демонстрирует их неуважительное отношение, несерьезное отношение к работе в парламенте. По сути, это была провокация, которая вынудила председателя спикера областной думы прервать заседание. И вы сами прекрасно знаете регламент. На каждый вопрос, в том числе на повестку дня, определенное количество времени выделяется для чего? Для того, чтобы все вопросы, которые есть в повестке, рассмотрены были очень внимательно и принято было решение, которое будет способствовать решению той или иной проблемы на территории нашего субъекта. Вы же видите, что, к сожалению, стало традицией, что даже регламент мы принимаем по часу и больше, в этот раз тоже вы видели, было затянуто даже это техническое абсолютно мероприятие, и так по каждому вопросу. То есть, по сути, идет дискредитация работы Думы, профанация этой самой работы. И если подобное положение дел не прекратится, мы понимаем, Дума этого созыва не сможет эффективно работать на благо наших избирателей. Внеочередное заседание, которое сегодня проходило, оно проходило в рамках регламента того законодательства Саратовской областной думы, который действует в этой сфере. Внеочередное заседание Саратовской областной думы было предложено Советом Саратовской областной думы с повесткой, которую предложили сегодня депутатам областной думы. Депутаты областной думы приняли сразу предложенную повестку за основу и затем перешли к обсуждению формирования повестки дня заседания Думы. В основной повестке, которую предложил Совет Думы, были два вопроса. Первый вопрос – о избрании члена областной избирательной комиссии с правом решающего голоса от квоты Саратовской областной Думы, причем процедура тайное голосование. И второй вопрос – разный. В вопросе разное, любой депутат имеет право высказать свою позицию по тому вопросу, который его беспокоит. Депутаты вправе при формировании повестки вносить свои предложения, которые они желали бы, чтобы мы рассмотрели сегодня на заседании Думы. Каждое предложение депутата было услышано, было поставлено на голосование, в результате обсуждений после этого принимается повестка в целом. Таким образом, заседание внеочередной Саратовской областной думы шло в рамках того регламента, который продолжает сегодня работать.